Ингредиенты. Баклажан 1 штука, яйца 2 штуки, лук 1 штука, помидор 1 штука, зеленый лук, сыр 40 грамм. Привет, друзья, меня зовут Таня. Сегодня у нас в меню будет завтрак в баклажане с яичками и с другими овощами. Очень будет вкусно и достаточно просто готовиться. Первым делом приступаем к приготовлению баклажана. Разрезаем овощ надвое. Будем из каждой половинки делать отдельные лодочки. Теперь баклажан нужно запечь. Для этого я немножко взбрызгиваю маслом. У меня тут обычная канола. И выкладываю баклажан. Включаем духовку на 200 градусов. Отправляем в духовку при температуре 170 градусов на 20 минут. А пока займемся начинкой. Очищаем и нарезаем кубиками луковицу. Будем лучок обжаривать. Что может быть лучше жареного лука? Очень удобно пользоваться маслом в виде спрея, его получается немножко. И обжариваем лучок до золотистости. А пока лучок обжаривается, займемся помидорками. Нарезаем большой крупный помидор, вырезаем сердцевинку и разрезаем на мелкие кусочки. И отправляем к уже поджаренному луку. Перемешиваем и даем пропитаться ароматами. К нашей начинке добавляем специи. Любимые у меня это пери-пери вместе с солью и сыр. Как раз подоспел баклажан, смотрите, какие лодочки получились. Разрезаем вдоль, и нам нужно организовать место для начинки. Немножечко мы по краям разминаем вот именно мякоть. Начинку щедро добавляем и делаем ложбинку, углубление для яйца. Можно, конечно, и с белком, но белок более будет вытекать, так что я взяла только желточки. И то один у меня разбился. И по окружности добавляем еще сыра. И отправляем в духовку еще минут на 10. Ребят, если вы хотите желточек еще слегка жиденький, то, конечно, поглядывайте и смотрите, чтобы не проглядеть. Выкладываем на тарелку, получается один баклажан на 2 человека. КБЖУ в расчете на 2 порции. Та-да, у нас получился вот такой вот баклажанчик. Внутри яичко, если подержать за вторым разом, меньше будет жиденькое. Вот, надо пробовать. Самый ответственный момент. Ну что, разрезаю. Какой сочный. Ой, что это вообще нереальное. Очень сочно. Очень вкусный завтрак получился. Потому что сыра много. И запеченные овощи. Ну, реально очень вкусно. Немножко долговато, потому что все-таки запекать надо 20 минут сам баклажан, и потом еще где-то минут 5. Но 25 минут точно он займет приготовление. Понятно, ты не стоишь и не смотришь в духовку, но тем не менее время идет. Вот, но реально очень вкусно. Если запечь, например, заранее, я думаю, что будет вообще прям запекать какие-то овощи для чего-то, для гарнира. И взяли и запекли баклажанчик, а потом утром чик туда яичко. Да, и начинку взяла заранее. Ладно, увидимся с вами в следующих видео. А блюдо реально вкусное.